Здравствуйте! Сегодня цены на нефть растут на фоне сокращения избыточного предложения черного золота и ожиданий принятия со стороны ОПЕК мер по стабилизации нефтяного рынка. За один баррель марки Brent дают $46.34. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 33 копейки, евро 71 рубль 71 копейка, золото стоит 2807 рублей, серебро 42 рубля 20 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар покупали за 62 рубля 62 копейки, дороже всего продавали за 66 рублей 99 копеек. По данным Минэкономразвития, российская экономика вдвое замедлила спад, а россияне все меньше хранят свои накопления в иностранной валюте. По информации Центра изучения общественного мнения, больше 60% населения откладывают заначку только в рублях. На этом все. Удачи в делах!